Добрый день, друзья и гости моего канала. Вот хочу с вами показать вам, какие уже мои маранчики выросли. Вот они, красавчики. Вот серебро. Черное серебро. И черно-медное. Вот с этих красавчиков я себе составлю две семьи. Серебра и черно-медных маранов. Да, вот такие красавчики. И смогу потом отдельно, наверное, составить какие семьи лишних и продать. Вот. Вот такие красавчики. Уже большие. Уже петушки песенки поют. Вот они. Вот они. Вот она. Голубометная курочка. Голубометная, да. Мои подросточки. Вот такие красавцы. Да? Вот сколько много. Вот какие красавчики. Капустку. Да. Здесь водичка с тоником. Вот. Гуляют вместе со всеми. Куры гуляют. И мамы их выпускаем. Вот. Малышня. Подростки, подростки уже. Уже скоро начну разделять. Петухов, конечно, много. Серебро получается по две курочки. В одной линии две курочки, во второй две курочки. И по три петуха. Вот. Так что будут и петухи лишние. А черно-медные. Черно-медные вот в одной. Там четыре курицы. Четыре курицы. А там больше петухов буду брать. С одной линии петушка, чтобы они были не родственниками. Все примечены, все с колечками намечены. Разные линии. Вот. Комбикорм, кукурузку, дробленку уже добавляю. Сами дробим. Ячмень, овес. Вот. Все злаковые. И семечку. И пурину, комбикорм. Вот. Вот такие новости по маранам. Большие уже какие стали. Это мы их 22 февраля привезли. 18 они вылупились. Так что получается март, апрель. 18 марта им, вот 18 мая им будет 3 месяца. Красивый петух вот этого я себе оставлю, серебро. Вот он какой красавец. Красавец, хлопчик. Вот какой мальчик красивый. Вот такие новости. Всего хорошего. До новых встреч. Всем добра.